Мощный снегопад обрушился на Сочи. Такой метели не было 15 лет. За ночь толщина снежного покрова увеличилась на 25 сантиметров. Коммунальные и экстренные службы города переведены в режим постоянной готовности. Сложная ситуация на дорогах. К снегопадам готовятся в Новгородской и Ленинградской областях. Там объявлено штормовое предупреждение. Ночью снег будет идти и в Москве. Также в столице ожидается аномальное потепление. По прогнозу, в четверг будет побит рекорд 1923 года. Тогда зафиксировали температуру +3.